Привет всем, с вами Дмитрий Рошенко. Подаем по 107 указу на гражданство. Требуется 2 бланка заявления, 4 фотографии, перевод паспорта. Если загран, то дополнительно внутренний с пропиской или ID со справкой. Миграционный учет, миграционная карта. Также медицина, если у вас нет временного убежища, РВП, ВНЖ. Записывайтесь и сдаете на гражданство в территориальном управлении МВД по миграции. Срок рассмотрения 3 месяца.